Друзья, ну что, много было плохих отзывов насчет квадроцикла. В общем, я тоже не железный. И так я занят суетой, которая каждый день у меня творится. В общем, чтобы не портить нервы ни вам, ни себе, я решил его просто сжечь. Пусть это будет как-то звучать глупо, может кто-то посмеется, но вот такое решение я принял. Друзья, осталось, в принципе, дело за малым, просто поджечь. Блин, спички забыл сейчас. Так, вот спички. Друзья, кто думает, что это ради хайпа, тот глубоко ошибается, потому что на самом деле мне жалко. Я в любом случае буду в проигрыше, так как мне еще за него расплачиваться. Но нервы, наверное, нервы дороже. Читая комментарии, просто диву даешь, насколько люди озлоблены на квадроцикл. И я не хочу, чтобы мои подписчики были в таком настроении перед Новым годом. Поэтому все-таки я решил, что деньги деньгами, но нервы дороже. Пусть это будет для вас подарком на Новый год. Потом не говорите, что Агоп делает все ради контента. Я это сделал просто ради подписчиков. Блин, на самом деле, я как бы решился, но не все так просто. Хотя, мне кажется, я близко стою, надо подальше отойти. Давайте. Ну что, друзья, новогодний салют обеспечен. Да, я тоже подпалил за 13 миллионов свою кровать одноместную. Да, достало мне обслуживание ее просто. Вот это вот. Все. Кто хочет сфотографироваться с остатками кровати, пожалуйста, приезжайте. На Красной площади будет стоять возле мебельного завода, где выпускают эти диваны. Очень тяжело было это все пережить, принять такое решение, но, как говорится, хайп есть хайп. Да, друзья, полный привод дает о себе знать. Нелегко ее сбить. Кровать с подогревом, ребят. Как бы все включено, поэтому можно прям вот в открытой местности, где-то в горах ночевать. Моя личная разработка, и дым спасает от комаров. Ну, в общем, все для вас, за ваши деньги, поэтому спешите, кровать скоро догорит, не успеете купить. Пацаны, квадрик горит, не подходите. Все, друзья, меня спасли мои братья, сказали, не сжигай, мы лучше у тебя его купим. Все, забирай, продал. А, да, ребят, забыл вам показать, вот такое приспособление сделал. Канистра грязная, чтобы не пачкать бензином квадрик.
Друзья, на самом деле, я извиняюсь за ЧП с Колобком. Ну, я почему-то знал, что все обойдется. Вот почему-то была уверенность такая. Ну, я чувствовал, что все, ничего страшного не будет. Но в любом случае больше такого не должно происходить. Понимаю всю ответственность, что это опасная техника. Я вижу, что собаки бывают впереди, могут притормозить. Я все это вижу и понимаю, поэтому не переживайте. И мне хотелось вначале, ну, показать всем, что он едет там, ну. Но я понимал про себя, что это долго не может так длиться, потому что это опасно. Поэтому мы будем его использовать только в благих намерениях. Будем ездить в лес, на отдых, без всякого драйва, с собаками уж точно. Спокойно будем ездить. Надеюсь, он принесет пользу каналу, вам новые эмоции, положительные мне. Поэтому, друзья, с наступающим вас Новым годом. Спасибо вам большое за все. Еще увидимся. Ах да, друзья, этот ролик был снят все спонтанно, неожиданно. Я решил спалить кровать старую, и у меня мысля такая возникла почему-то, поэтому, ну, поэтому вот так все и вышло. Как бы все так сложилось, я думаю, весело. Спасибо. Друзья, собачки все живы, здоровы, все у нас, не прыгать. Все у нас, друзья, хорошо. Ну не прыгайте, пожалуйста. В общем, вот веселуха у нас. Как обычно все. Все, спасибо всем. Бензинчик. Так, надеюсь, меня не убьют. О, а ну выпрямься. Даже ниже. Все. Сколько этот ролик мне. А оно не принесет мне какое-то материальное. Кто думает, это ради хайпа, тут глубоко ошибается, потому что, ну, у меня нервы. Начик, молчи, я видео снимаю, ну. Тише, успокоились. Дуся. Насколько. Да улетит и отсюда.